на старт супердерби. Лучше всех принимает лорд Бурбон. Тут же рядом с ним Great Lighting. Вперед выходит Great Lighting. За ним тут же идет рассказ Рэй. Чуть-чуть берет на себя Алим Кажаров. Лорд Бурбон вторым. Мун Маск третьим. На четвертом месте тут же Акбузат Стар. Далее посередине Марк Аврелий. Стиль недалеко тут же. Далее по бровке Хамзат Улубаев и нальчикский дербист Доминик Стар. Голден Клинк застрял посередине. Его Айдемир Шекушев сдерживает. А даже далее ближе к бровке идет Терек Стар. Остальные очень кучно. Но вот сейчас на последнее место отпадает рассказ Рэй. Перед трибунами скачку ведет Андрей Юрасов и Грейт Лайтинг. Далее целая стена лошадей, 5 лошадей. На второе место выходит Голден Клинк. За ним полевой стороной Лорд Бурбон, тут же Мун Маск, Стиль, Марк Аврелий, Мирзабек Капушев ближе к бровке. Там же Акбузат Стар, Терек Стар. Там же кобыла под седлом Джубаявец. Смотрите, кобыла что-то не бежит, Джубаявец уже на ней в легком посыле едет при выходе из поворота. За ними хит Дженерейтор, ну и далеко сзади замыкает рассказ Рэй. Итак, лошади выходят на противоположную прямую. Скачку ведет Грейт Латинг, за ним идет Голден Клинк, далее Акбузат Стар. Тут же рядом с ним Мун Маск, далее Лорд Бурбон на шестом месте, Марк Аврелий. И вот начинает запускать кобылу Джубаявец. За Лордом Бурбоном идет кобыла. И тут же идет рядом с ними Доминик Стар. По противоположной прямой. Скачку продолжает вести Грейт Лайтинг. Идет он здорово. Грейт Лайтинг идет здорово. На втором месте Голден Клинк. Далее Акбузат Стар. На третье место выходит тут же Доминик Стар. И тут же рядом с ним Лорд Бурбон. Лорд Бурбон на четвертое место выходит. Скачку продолжает вести Грейт Лайтинг. Голден Клинк вторым. За ним Доминик Стар, Акбузат Стар, Лорд Бурбон. И тут же рядом с ними идет Терек Стар. А далее хит Дженерейтор. Продолжает вести Грейт Лайтинг. С большим преимуществом лидирует Грейт Лайтинг. И что-то не похоже, что кто-то сможет к нему подъехать. Финишная прямая. Грейт Лайтинг лидирует. Далее борьба за второе место. Акбузат Стар. Хит Дженерейтор делает мощный бросок. Финишная прямая. Скачку ведет Грейт Лайтинг. На второе место выходит хит Дженерейтор. Тут же Доминик Стар, остальные кучно. С огромным преимуществом впереди Грейт Лайтинг. Последние метры дистанции, его уже никто не достанет. Грейт Лайтинг приближается к финишу. И супердерби выигрывает Грейт Лайтинг. Вторым хит Дженерейтор, третьим Терек Стар, четвертым Доминик Стар. Далее рассказ Рэй, Акбузат Стар.